Это фото, сделанное в 1964 году, надолго вошло в историю и облетело почти весь мир. Что же в нем особенного? На этом снимке запечатлена знаменитая актриса Марлен Дитрих, которая опустилась на коленях перед каким-то мужчиной. Кто же этот мужчина? И что заставило звезду мирового масштаба склонить перед ним голову? Юная Марлен Дитрих очень любила читать. Однажды ей попал в руки рассказ Константина Паустовского «Телеграмма», переведенный на английский язык. Рассказ повествует о молодой женщине Анастасии, уехавшей из деревни в город и забывшей о своей матери. В результате мать умирает в одиночестве. Настя опаздывает на ее похороны. Телеграмма так тронула Марлен, что она уже не могла забыть ни название рассказа, ни имя писателя. В своей автобиографической книге «Рассуждения» актриса написала: «Он произвел на меня такое впечатление, что ни рассказ, ни имя писателя, о котором никогда не слышала, я уже не могла забыть. Мне не удавалось разыскать другие книги этого удивительного писателя. Когда я приехала на гастроли в Россию, то в московском аэропорту спросила о Паустовском. Он в то время был болен, лежал в больнице. Позже я прочитала оба тома «Повести о жизни» и была опьянена его прозой. Когда Дитрих приехала в Советский Союз, ее спросили, что бы она хотела увидеть здесь. И звезда ответила: «Я бы хотела увидеть советского писателя Константина Паустовского. Это моя мечта много лет». Хотя Паустовский был уже тяжело болен, его разыскали и пригласили на встречу с Марлен. Он не отказался. И то, что произошло тем вечером, вошло в историю. Пожилой Паустовский вышел на сцену, чуть пошатываясь. И тут мировая звезда, подруга Ремарка и Хемингуэя, друг, не сказав ни слова, опустилась перед ним на колени в своем сверкающем вечернем наряде. Платье было таким узким, что нитки стали лопаться и камни посыпались по сцене. Но Дитрих не обращала на это внимания. Она поцеловала руку Константина Георгиевича, а потом прижала ее к своему лицу, залитому слезами. Весь зал сначала замер, а потом люди потихоньку начали вставать. Внезапно тишина сменилась ошеломительными аплодисментами. Когда Паустовского усадили в кресло и зал затих, Марлен призналась в своей старой любви к рассказу «Телеграмма» и ее автору. «С тех пор я чувствовала некий долг поцеловать руку писателя, который это написал. И вот сбылось. Я счастлива, что я успела это сделать». «Спасибо», — сказала актриса.